Я крайне удовлетворен качеством работы, ее темпами и организацией всего процесса подготовки к играм 2014. Сейчас очень интересное время. С того момента, как Сочи был выбран городом Олимпиады, прошло 2 года, но уже видны какие-то результаты, и я удовлетворен процессом, который я наблюдаю. Мне неизвестны детали событий, связанные с задержанием экологов, но хочу сказать, что МОК очень серьезно относится к охране окружающей среды еще с 1944 года. Тогда велась подготовка к играм в Норвегии. Совместно с ООН, Международный олимпийский комитет, делает все, чтобы спортивные состязания не вредили окружающей среде. Мы настаиваем на соблюдении экологических стандартов и думаем, что экологии Сочи также будет уделено должное внимание.